Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On behalf of my father, Muhammad Rubaya al-Mahiri, I would like to thank the German International School for giving us this opportunity to participate in encouraging the students to achieve their goals. And this is an honor for us, and we would like to visit you every year with a different idea or a different initiative. So we wish you all the best, and we are looking forward to seeing Emiratis speak German and maybe study in Germany. Thank you very much. Гам и предпраздничный ажиотаж. Я приглашена на праздник дружбы, где учащиеся German International School в Абу-Даби каждый представляет свою страну. Италия, Испания, Сербия, Канада, Египет и, конечно, Россия – это далеко не полный перечень стран, желающих познакомить своих друзей и гостей праздника с традициями и культурой своего народа. Я вас угощаю. Посмотрите, какие красивые тульские пряники мы приготовили специально для вас. И солнышко, и матрешка, и вот такой вот красивый. Россия угощает всех. Подходи, хотите чаю с самовара горячего, хотите пряники, зефир. Все здесь есть. Подходите, не стесняйтесь. Дни и годы, и бегут века, уходят и народы, и нравы их, и моды, но неизменно век. Возможно, я не объективна, но почему-то кажется, что самый большой ажиотаж у стенда с надписью «Раша». Власть любви велика, она сердце нам пьянит, она как море бурлит. Люби волшебное вино, на радость людям дано, огнем пылает крови вино любви. Но любви не даром, нам судьбой дано. Раз даже в сердце старом оно горит пожаром. И как Пьеро влюбленный, старичок жене поет. Стою я с гитарою, милая,
торжественный финальный момент.